Результаты, связанные с организацией, по сути, с нуля производства рециркуляторов на заводе имени Петровского. Кроме того, этот же проектный офис работал с социальной сферой, то есть со здравоохранением. Многократно удалось повысить эффективность, например, работы скорой помощи. Практически ни разу у нас не было проблем с очередями или задержкой использования машин скорой помощи, которые были, на самом деле, к сожалению, в других регионах.